Всем привет! В общем, сегодня в деревне обшивал карнизы. В общем, проходит одна бабушка, говорит, тебе, говорит, запорожец не надо. Там, говорит, у соседки стоит больше 10 лет. Сходи, говорит, посмотри. Сейчас сходим, посмотрим, что за запорожец, какого года. Так-то у меня вообще запорожца не было. Я ни разу на нем и не катался. Может, возьмем себе. Схожу, посмотрю, что за запорожец, какого года. Вообще, есть документы, нет? Ага. А, старые номера, да, еще? Колеса спущены. Ну, надо заниматься, да, его выкатить. Сейчас сфоткаю. А он ездил, да, раньше? Он на ходу был, да. Ох, мерзло. Ага. Так, салон. Ага. Надо смазать. Да, я делал один раз. Двигатель-то у него сзади. Ага. Ага. Здесь все паутине. $968. Аккумулятор надо, да? Да. Ну, старенький, конечно. Поржавел. Заржавел уж? Сколько стоит он так уже здесь? 10 лет, что ли? Или заводили когда-то? Заводили как-то. А ключи есть, зажигание у него все? Ключи есть? Замерзло. Ключи. У меня откроется. Да, угу. Интересно. Маленький аппарат. Дворники замерзли. Угу. Здесь что-то ударили, да, у него? Удар был. Он же в землю врос. Ну да, уже. Копался. В землю врос. А что у него дверь не открывается? Ключи. Вы поищите, ладно, ключи тогда. Откроем, посмотрим. А вот замерзло. Пальчики нельзя. Сколько там выпуска? 86-й что ли? Вроде бы 86-й написано. Вроде 86-й вот. Номер кузова вот. Эти поржавели. Цилиндры. Ага. 30 лет ему. Наверное. 86. Так, салон, какие-то клапана, редукторы, часы. Вот такой салончик. 86 года, ну 30 лет. Конечно. Двери, смотри, не открываются. Надо смазать. А может, замерзло. Это надо с инструментом приходить, колеса накачать.
это все, если перегонять его во двор. Запаска, что ли? Масло есть вроде, но черное уже. Да, уже там. Менять надо масло. Масло есть, это фильтр. Бензонасос. Свечи кто-то ковырял. Свечные провода. Карбюратор. Тина как заросла. Ужас. Интересно, там бензин в баке остался? Но я не буду сейчас открывать. Да, вряд ли. Шторка. Да, стоит уже больше 10 лет. Да. Проржавел, конечно. Он же он днищем до земли достал. Да. Вот так до земли двигатель. Ну, колеса накачать, попробовать. Все, этот, обслужить, смазать, может, заведется. Так что этот. Может, не заведется. Может, на металло, может, заведется. Завелся бы хорошо было, конечно. Интересно. Когда тепло было, надо было приходить. Не, ну сейчас можно заниматься, зачем? Колеса можно накачать? Ну, колеса можно, колеса-то накачали, сколько вот. Там стоял, потом этот. Все проверю, колеса накачаю. Ну, мас... вы, если без меня заходите, а, ну, качайте там. Чтобы он здесь уже не мешался. Ага. Во дворе место освобожу. А, заходите, качайте там все. Ага. Это, ну, я дома буду. А, еще какие-нибудь документы, ключи найдите, потому что, чтобы заводить ключи, надо. И вот это не открывается, может, ключом это. Посмотр... Сейчас я поищу ключи. Там это, документы, может, какие. И книга должна быть запорожена. Да, как же он врос. Да, колеса уже трескаются. Да. Попробуем накачать. Мне самому уже интересно стало. Оживет он, не оживет. Конечно, был на ходу тогда. Ну, когда дедушка ездил, смотрел. Все, уже на ходу было. Ага. А я думаю, что за Запорожье? Дай-ка посмотрю, скажу. Она говорит, этот... Да, но вот хотели уже. Что-то дочки, ой, память папы, не будем продавать сначала. Ну, как он сгниет. Ну, сгниет. А я сделаю, он будет ездить, если получится. Нет, сейчас уж я продам, если... Ну, жалко гнет. Был бы какой-то гараж, память осталась. Куда бы вот поставили, это же гараж недавно построили. А, вот это ваш гараж? Ага. Хороший гараж. Ага, вот. Сразу поставили, тогда так даже не было гаража, строили. А там что, стоит машина? Там стоит. А, стоит? Ну, дочка приезжает, иногда ставит, иногда нет. А, у вас дочка только, да? Две дочери у меня. А, две. Ладно, пойду я, что у меня там дверь открыта. В принципе, вот такой вот Запорожец, 86-го года, мы только что посмотрели. Бабушка ушла. Сейчас пойдет посмотрит ключи, документы, книжки какие-то. В общем, вот такой Запорожец, я не знаю, что с ним делать. По цене металлолома только взять. На запчасти или так. Покататься на нем. В общем, не знаю. Стоит он давно, сказала. Как-то так. Пишите в комментариях, брать, не брать. Я думаю, попробовать взять, попробовать его оживить. Может, мотор живой, колеса накачать. В общем, завтра займусь. Но он такой подубитый, конечно. Салон красного цвета. Еще замки не открываются. Походу, все закрыто. Сейчас посмотрим, ключи есть, нет ключей. Ладно, тогда пошлите к бабушке. Если что, завтра полностью осмотрим. Сейчас темно. Я еще перчаток не взял, холодно. Вроде как даже пороги есть. Я думаю, тормоза точно не работает. Он еще стоит на ручнике. Походу,
колодке этот зажало. На ручнике его оставили, а там походу все прикипело, еще мороз. Вряд ли его с места сдвинешь. Сейчас к бабушке зайдем. Здесь она живет. Минус 6 на улице. В общем, бабушка хотела сдать запорожец на металлоприемку. В металлу. В общем, я думаю, сдать на металл всегда успеем. Сейчас возьмем, посмотрим, смогу ли я его оживить, не смогу. Если что, бабушке поможем, дадим деньги. Так, вот такие ключи нашли. Они подойдут. ЗАЗ написано, да? ЗАЗ, это запорожец. Белый попробуйте. Нет, там она замерзла. Придется отогревать. Зажигалку я не взял. А другой вот попробуйте. Нет, это снутри. А. Здесь греть надо. Сейчас подогреем. Так, ключи подошли вот эти. Это замок. Замка. А вторые двери. Угу. Ага. Подходит отлично. Угу, да. Тут я масло брызнула. Ага. Это такой железки нет, да? Отсюда. Молдинга нету? Не помню. Я даже не знаю. В гараже не может что-то? А там домкрат ничего нет, да, у него? Баллонники. Наверное, ничего нету. А, кривой ключ только. Ага. О, пчелы завелись, смотрите. Усы. О, носы. О, сколько. Везяне, о. Все лето здесь жили. Печка стоит. А, ладно, убирайте. Усы везде. Летом нападут они, покусают. Ладно тогда. Завтра зайду. Попробую. Посмотрю. Сейчас темно уже. Чем на машине будешь потом, да? Да, на машине надо. Мне сейчас колеса надо сделать сначала. Колеса надо делать, ага, домкратом. У тебя домкрат есть, наверное? Домкрат есть, да. В принципе, вот такой запорожец, 86-го года. Книжку не нашла, ключи нашла. Ну, попробуем его оживить, что получится. Так сказать, бабушка хотела сдать на металл, поможем ей. В общем, здесь рядом от меня бабушка живет. Будем заниматься.